А мы снова гуляем в грязи. Всем доброе утро. Сегодня 29 ноября 2023 года. И вот такие вот мы грязнючие, но счастливые. Да? Грязнючие, но счастливые. А ну, Купидон, на тебе хорошо видно. Купидончик белый. Здесь вот на лапках. Да, Елисеюшка. Так, все, пойдемте гулять. Айва, по тебе тоже хорошо видно. Айвушка. А ты красавица моя ненаглядная. Я вот такая, видите, в специальных своих рабочих штанах. Ежик, скажи я. Не ежик, я Джун. Джун красавец. Да ты моя сына. Да какая грудка у него уже, посмотрите. Всем добрый-добрый день, доброе утро. Мы, как всегда, месим грязь. Потому что у нас дождливая погода, но очень тепло. Очень-очень. Посмотрите. Посмотрите на эту красавицу. Марусь, ты хочешь в домик? Нет, вы, зайчика, в этот домик сейчас не пойдете. Вон, все, стекло затоптали. Нравится им в нашем домике. Мы гуляем. Мы сейчас гуляем. Да, Елисейка всем передает привет, красавчик. Шагане, как всегда, подружайка с Купидоном. Это у нас Арпишечка. Арпишечка, красавица. Ты моя красивая девочка. Да, а где Суся? Суся, а ну давай вылазь оттуда. А, скажи, Арпи, я вот тут цветочки проверю. Я цветочки, скажи, проверю. Не надо. Пойдем, 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 отвлекаемся. Давайте, вот, смотрите, у нас есть такая игрушка здесь. Ой, грязнюшка. На. Ты сама в нее играй. Так. Ну, а ну, вылез быстренько. Давай, вылазь. Вылазь, цветок. Молодец. И банушка вообще, это просто чудо чудесное. Ой, он весь. До ушей, как называется. Шаганы, настоящая воспитательница. Так, отошли. Нельзя. Нельзя, мои хорошие. Нельзя. Да, нельзя. Вот такие вот хрю-хрю-хрю. Айва, выходите оттуда. А где наш шато? О, все там. Эйлин. Эйлин. О, любимый пенек. Любимый пенечек. Вот они туда заходят. У них такой туннель. Это они любят. Ты, Суся, грязнуся. Сусана. Под инжиром. Слушайте, такой был ураган. Посмотрите на этот инжир. Все в листьях. Ну надо же. Это, кстати, не вечно зеленое дерево. Грязнулечки мои, красотулечки. Вся листва почти опала. У нас черешня и инжир стоят. Нормально. Слушайте, какая теплынь. Ну, сегодня среда. Иванушка. Дайте покажу вам это чудо. Иванушка, ты какое грязное чудо. Иван Царевич. Боже мой, поросенок. Шато, красавец. Обещают в субботу до 18 градусов. Можете представить? Качели крымские. Да? Нравится, нравится в листочках. Так что вот так. Эйлин, мокрые. Ой, ой, ножки все грязные, в грязи. Иванушка, сейчас скажи, я поснимаю листья сам. Зачем ждать, пока они упадут? Это еще один инжир. А, тихо, тихо, тихо. Скажи, как брата моего зовут, инжир. Иван Царевич в поисках папочек и мамочек. Вот этот красивенный рыжун стандартного размера. 4 месяца. 2 декабря исполнится. Через 3 дня. Красотуны у нас мальчишки. Готовы к переезду. Это Эйлин. Белопятнистый. Огненный Иван Царевич. И дымчатого окраса. Голубой называется. Это Шато. И конечно же у нас еще дымчатого окраса. Только с длинной шерсткой, которая с каждым днем все больше и больше. Это наш Джуня. Джун, ты зачем на Арпи напал? Ты что, грозный пес? Арпишенька,
Ты Сабину встречаешь? Скажи, где наша овчарка? Я их вот, скажи, люблю овчарку тут одну. Она любит делать массаж пуделям. Да ты моя девочка. Инга, ты пришла повоспитывать Арпи. Пошли. Атя, подскажи, давай играть. Давай играть. Побежали, побежали, побежали. Ну иди ко мне. Ах ты ж умница моя. Слушает, сидит. Девочки мои. Девочки мои и мальчики. Какие они умняхи. Какие же они у меня все умняхи. О, папу увидели. Хвостики, 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 веселушки, шато. О, девочки, девочки у нас влюблены в папу. Шаганы, Арпи и Суся. Посмотрите. Я первая, я первая. Все любят папу. Ой, ой, ой. Ой, посмотри, провожают до дома. Боже ты мой. Посмотри, как тебя Арпишка провожает. Арпи, скажи, папа, ты иди, иди к нам, мы тебя испачкаем. Мы маму уже испачкали сильненько, вот. Сильненько-сильненько маму испачкали. Иди, скажи, мы тебя испачкаем. Слушайте, солнце выходит, вообще становится так хорошо. Грязно. А что делать, да, Сусана? Вот пуделя можно не подбривать, его можно просто намочить. Или выпустить погулять в грязь, и вы увидите, что там прячется под шерсткой. Вот так, Арпи. Слушайте, Ивана Царевича все воспитывают, кому не лень. Тарантино, Суся, Арпи, все его воспитывают. Ёжик. Так, Шагане, Шагане, отошла, дети играют. Шага. Ну не надо, Иванушку, не надо. Ладно, пристают, пристают. Давай, давай, скажи. Учат, скажи, я учу его давать сдачи. Тут, как всегда, у нас ежик и папа его, Купидон. Скажи, я не папа. Скажи, у меня не только ежик сын, а еще Шато и Эллен. Вот они, семейка такая. Купидон, ты почему таких красивых детей нам тут сюда понаприводил? Вот, и еще у нас растет красавец шаман. Шамана еще детей нет. Скажи, мое дело будет впереди. Пока довольствуйтесь тем, что есть, да? Маруся? Что там, детский сад на прогулку выходит? Красавица Маруся, Маруся, мама Ивана Царевича. Ой, что, замерзла? Не может быть. Опа, Эллен. Раз такой. Эйлин, Шато, Иван Царевич. Это из этих гуляющих, вон бегающих. И Джун, ежик, в поисках папы, мам. Ну, я не могу же это не показать. Ну, вот это твой любимый уголок, Иванушка. Иван Царевич. Вот нас. О, мама и сын. Иван Царевич. О, и папа. Вот это вот мама, папа и сынок. Видите, как сынок уже родителей догнал? Он больше так. Нельзя. Девочки, отошли. Нельзя. Нельзя, сказала. Арпи, нельзя. Суся. На, пойдемте, пойдемте. Что надо сделать? Отвлечь. Ругать бесполезно. На, палочка вам. Опа. Купидон, покажи пример, как надо играть с палочкой. Ты умеешь, солнышко вышло. Иван Царевич перегнал маму и папу. Такое бывает. Часто спрашивают, какого размера мама, какого размера папа. Папа у нас небольшой. Такой мелкий стандартик. А Иванушка у нас родился обычный, как все. А вырос крупный стандартик. Но он жирненький. Он, кстати, похудеет. Я вот сейчас на Иву смотрю, она тоже была такая. Так, девочки. И мальчики, а также их родители. Так, пойдем, пойдем, пойдем. Арпишечка, а что ты сегодня? Ежик, а ну нельзя. Все, с вами нельзя цветы задержать. Нате палочку, давайте. Поиграем, поиграем. Палочка, смотрите, какая палочка. Котята настоящие. Палочкой можно заманить. О, понес, понес. Так, какая интересная игрушка. Сейчас нагуляются, у нас будет стройка продолжаться. Мы пойдем грызть погрызушки, высыхать. Я их не купаю, чем меня выручают. Домики специальные наши, уютные и теплые. Скажи, Елисей, заведите меня в домик побыстрее. Иванушка. Они обсыхают, я потом прихожу, подметаю. И все, и мы чистые.
абсолютно. Да? Иван, Иван. Иван играет. Иван играет, побежал заманивать. Так, ну что, Арпишечка, красавица, Сусенька, пойдемте, мои куколки красивые. А Ива вообще цветочек. Она бы в клумбе жила. Пойдем заходим, ребята. Или еще погуляете? Ой, ты. Вот смотрите, как интересно. А Ива Купидоновна. Эйлин Купидонович. Что-то у нас много Купидоновичей. Шато Купидонович. Красавчик. Ворона прилетела. Кто у нас? У нас Иван Царевич Тарантинович из этих гуляющих. А остальные все Купидоновичи. Так, заходим. Все. Заходим. Любят, любят заходить. Сейчас они знают, что получат вкусняшки. Поэтому они с удовольствием заходят. Заходим. Космоса я уже завела. Он стоял, не хотел играть. Говорю, иди в тепло. Что, приготовились? Давайте со всеми друзьями и подписчиками на этом закончим это видео. Пожелаем всем доброго дня и прекрасного настроения. Мои послушные, прекрасные собачки. Видите, все со мной. Заходят грызть погрызушки вкусные, вкусняшки, сушеная легкая у нас там. Ням-ням. Заходим. Пожалуйста. Струя. Видите, какие они у меня молодцы. Все зашли. Все, ребятушки, всем пока. До новых видео, до новых встреч. С уважением, домашний питомник Костропула из Крыма.